субботу 22 февраля Измаильский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства принимал гостей. Будущие абитуриенты и их родители, жители Измаила, Измаильского и близлежащих районов, были приглашены на день открытых дверей. В вестибюле учебного заведения шла регистрация будущих абитуриентов, которую проводили сами студенты техникума. В фойе организовали выставку технического творчества. Для всех пришедших в этот день была организована экскурсия. Гости осмотрели учебный корпус и территорию, посетили учебные аудитории, мастерские и лаборатории. Ну а затем в актовом зале нынешние студенты презентовали свои специальности. Техникум готовит техников-механиков, техников-электриков для сельского хозяйства, а с недавних пор здесь открылись еще две специальности – организация фермерского хозяйства и бухгалтерский учет. На вопросы будущих абитуриентов и их родителей ответили представители администрации. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».